Девочка упала лицом в клумбу и напоролась на сухой стебель растения. Он прошел по внутреннему краю орбиты глаза, повредил медиальную стенку, вышел через нижнеглазничную щель и зрительный канал. Всего несколько миллиметров отделяло инородное тело от твердой мозговой оболочки. При извлечении инородного тела мы могли получить профузное кровотечение, ну и, безусловно, последствия могли быть непредсказуемыми. Поэтому прежде чем начать операцию, мы подготовили необходимый запас крови. Ну, слава богу, нам это не понадобилось. Операция длилась в течение 2 часов. Команде высококлассных медиков с ювелирной точностью удалось извлечь обломки длиной несколько сантиметров. Мы делали расширенную эндоскопическую операцию через полость носа, для того, чтобы не было никаких наружных разрезов, никаких наружных доступов. Все делалось исключительно через ноздрю. Расширяли все пазухи носа, их объединяли в большую полость и удалили само инородное тело. В своей практике я данную операцию выполнял впервые. Ребенка уже выписали в удовлетворительном состоянии. Самое главное, зрение удалось сохранить. Ангелина Яхонтова, Максим Леонов. События дня.